спецэффекты. Ребят, начинаем тренировку. Сегодня у нас челлендж такой интересный будет. Это Андрюха, это Даниил, это Арчо Моррис. И сегодня мы, короче, сделаем, значит, 5 выходов. 5 отжиманий в упоре на турнике, 5 подтягиваний, потом сразу же спрыгиваем, 5 отжиманий от пола. И это все будет вот так циклично делаться, делаться, делаться. И кто больше сделает, тот и красавчик. Полетели. Погнали. Yeah. We gon' live, we gon' fight, off the cliff, take a dive, swing and miss, feel alive, get back up, we gon' thrive, never stop, living life, take it off, take a dip at night, pretty girls, pretty sights, city girls and city lights, here I go, I'm gonna reach for the stars, I'm gonna reach to go far, you already know, I've had a couple of scars, оп, следующий сразу выйдет. Take me away, off to a much better place, off to a much better state, take me away, I just need out of this space, I just need out of this place. Андрюшка, бой! Андрюшка, он весь, кстати, помещается в камеру. Put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Making a stack, then I'm making a wreck, and I give it all back to the people who lack. Got me on fleek, no, you got me on flack. Start all the beef, then you take it all back. Didn't believe, now you see me on track. Keep up with me, cause I never back. Used to know me, but I'm not like my past. Сложно, ребят, сложно. Давайте. Не просто. Руки, когда забиваются, уже выходы сложно делать. Oh yeah, now wouldn't that be nice? And when you need to revive, just take a deep look inside. Now put your hands. Вот ты всегда последний делаешь после того, как чуть повисишь. Now put your hands up high like you ain't coming down. Go on and touch the sky, get your feet off the ground. Yeah. Блин, как у него легко идет. Это мой телефон, кстати. Смотрите, что, ну, на изи, Даня? У него отжимания были в конце так. Делает вообще первый, как второй. И даже в конце без отдышки. На репит просто. Я вот на выходы трачу всю энергию. Жестко. Ну, знаешь, слово автомеханик. Автотехник. Пошел весь. Да, японский конь. Еще два надо сделать. Давай, ты сделаешь. Интересно, как мы будем? Типа вот этот дракон. Выносливости просто нет. Это просто глаза конь. О! Не. Да япон! Не! Сдаюсь, я сдохся. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. I'm about to write a hit. Узнавал тогда, Андрюша? Да. Опять у меня. Давай. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yes, she needs that shit. Better get her out real quick, man. Get her out real quick. Are you the present or the future? Интересно, сколько кругов они еще сделают? A drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a... Все, так что я победил. Я выжимание, так что я победил, говорит. Блин, ну это сложно. Yeah.
Блин, убийся просто. Давай, четко. Терминатор. Просто убийца. Я еще подпишу. Ну что? Ты сдался? Да. Все? Не, конечно, могу, но максимум попробовать. Давай. Сейчас Андрей таким образом еще один и так до 100. Нет, его, походу, маленький хуй. Убийца, блин. Данек, походу, вообще не устал просто. Давай. Меня добивает вот эта пауза. Данёк вообще не запарился, у него как первый круг. Давай, скажи свое мнение, ну, вот кому бы ты отдал? Без отдыха должен сделать. Без отдыха? Ну, сейчас как не отдыхай, попробуй, если не сделаешь, то ты сделаешь. Пять. A jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it. Все. Ну ты старался. Я так запарился. Короче, ребят, все. У нас такая тема получается, что про меня вообще тут говорить не будем. Я полнейшее днище. А Далек очень красавчик. Давай, держи пятерик. Вообще просто машина. Я не знаю, сколько тут, наверное, 10, да? 10 кругов, наверное, было. Нет. Примерно 9-10 кругов. Вот на экране будет написано. Ну вы молодцы, пацаны, вообще мощные. Меня больше всего добивает, типа, что говорят, ты с какими-то дрыщами там занимаешься, тренируешься. Никто из вас, я уверен, так же, как они, не сделают. Это стоп... Ну, конечно, кто-то сделает воркаутера. Но, наверное, 95% человек, вот, кто смотрит, вряд ли это сделает. 10 кругов. Это очень сложно. Но если сделаете, попробуйте с друзьями вот втроем соберитесь, зарубитесь. Если сделаете, то напишите в комментариях, пожалуйста, сколько кругов вы выдержали. И... А так, спасибо большое всем за внимание. Ставьте лайк этому видео. Переходите на самый крутой сайт archumuris.com, покупайте программы, подписывайтесь на этих пацанов мощных и увидимся в следующем выпуске. Пока!